Девочки там с мальчиком вообще, по-моему, офигели от того, какая машина была грязная. Ездили мы на покатушке, потом я съездил на охоту, и тут вообще такая шляпа была. Поэтому сегодня отмыли. Можно сказать, можно кушать в машине, приятно. Всем привет! С вами опять Итальсон. Привет нашим подписчикам еще конкретно. Вот в прошлом видео, как мы утопили Ниву, много злостных комментаторов, хейтеров. Вот, ребят, хочется реально сказать, мы там стараемся вообще нормально вести себя на природе, не мусорить. Если даже какие-то баклажки всегда везем с собой, выкидываем в гараже. Вот даже сегодня после покатушки там набрали масло, мы приехали, все это в гараже поменяли. Хотя реально можно было бы это все и в поле сделать. Вот, поэтому... Да, есть конкретные люди, которые засирают, ну вот их там об этом и корить очень сильно. Значит, много было комментариев по поводу сделать обзор на машину. Вот, наконец-то у нас руки дошли. Ну, итак, Нива у меня во владении с 2014 года. Машина подо мной ездит уже 5 лет, много чего сделано было. Как у всяких там дристеров, сракеров и так далее, есть там стейдж 1, стейдж 2, стейдж 3. Вот, что-то лебедку коротит. Прикольная тема. Эта машина тоже прошла несколько этапов доработки, потому что, когда я ее купил, вот обычная стандартная была Нива на обычной резине. После первой покатухи оторвал я мост, приехал на ремонт, сразу мы решили поставить 29-е колеса, порезать арки, да и все, наверное. И бампера мы сварили, и лебедку поставили, и то, по-моему, там поэтапно было. Что мы имеем на сегодняшний момент по трансмиссии? Трансмиссия у нас, точнее не трансмиссия, начнем с колес. Колеса у нас Simex 32 9,5 R15. Классная резина, вообще великолепно себя ведет. Значит, по трансмиссии передний мост отвязан, стоит с РПМ стальной. Мы его уже ломали, варили. Ну, сами понимаете, мощности большие. Привода передние родные, 22 шлица и блокировка Wall Racing в переднем мосту. Задний мост, после того, как он у меня там был гнутый в такой плоскости и в такой колеса стояли, и постоянно у меня выскакивала левая полуось, меня это достало, я купил новый мост, обварил и поставил туда разгруженные полуося и штепну. Пока полет нормальный, нареканий нет. Соответственно, сразу поставил туда блокировку и штепна. А Wall Racing, который сейчас спереди, он был у меня установлен в 2014 году и долго и упорно жил задним. Но поскольку там нет 100% блокировки, я захотел себе 100% и поставил назад и штепна. Она великолепно прикочевала в передний мост, ну и до сих пор работает, как бы нареканий нет. Раздатка 3 к 1 – это 100% условие при установке больших колес, потому что мотора вам будет просто не хватать. Коробка 4-ступенчатая, 5-ступенчатая не держит. За одно соревнование по ралли-спринту я ее ушатал просто в клочья. Вот сегодня мы приехали после покатухи, до этого, когда я утонул, мы сколько там, 30-40 километров проехал на жиже непонятного происхождения, скажем так, на эмульсии, коробка крякнула. Вот. В чем плюс 4-ступенчатый стоит? 2-3 тысячи поставил и поехал. Вот. Мотор это отдельная песня. Сначала я себе сделал 1.9, но мне показалось его мало. Но поскольку мотор этот уже был, решили мы в него думать. В итоге стоит сейчас наддув. До этого было 0.8-0.9 давка, сейчас 0.6. По моменту хватает. В ГАИЗИ вообще великолепно. И на обгонах, и по трассе. Чувствует себя машина отлично. По подготовке в салоне у нас... Ну, это так еще нужно реально дорабатывать после последнего утопления. Вот. Мозги, реле, все кнопки включения, выключения, вентиляторов, запуска и так далее, все это перенесено наверх, чтобы максимально защитить от водных процедур. Вот, в бардачке у меня здесь. Вот. Вот это в планах перемести все наверх, в углу там тоже реле. Вот, и возможно там датчики температуры и топливо потолок. Вот. Обязательно стоит два огнетушителя, ну не дай бог что-то еще. Кстати, ребята, вдруг кто у нас воронежский видос посмотрит, мы сегодня в группе разместим. Вот сегодня в Подгорном
после того, как вытащили машину, пошли мыть руки, нашли номер в яме. Вот, может быть, владелец еще новый себе не заказал. Вот, также стоит второй дополнительный аккумулятор. Они могут работать как по отдельности от стационарного, который под капотом. То есть отдельно от первого, отдельно от второго и вместе запараллеленные. Вот. Сиденья стоят от Opel Astra GTC. Ёлки-палки, дверь поцарапал. Вот. Сейчас они просто реально сегодня помыл, мокрые после утопления. Немножко я их забодрил. Значит, лебедка у нас... Слушай, ну, конечно, чтобы видео снимать, надо убирать. Ну, реально, это спонтанное видео. Лебедка T-Max 6500 установлена за моим сиденьем. Соответственно, видите, после долгих процедур она уже, бывает, не закрывается. Сейчас надо получше поднять. Скажу, что сегодня даже ее использовать пришлось. Ну, всего, а как еще? Ты там видел, какая глубина была, я там по кокушке нырнул. Значит, через трубу сантех все это выведено в моторный отсек и на передний бампер через плюс алюминиевый все это дело выведено. Вот, да, эти бампера СССР, ребята, реально берите вот эти бампера, они рулят. Я его вчера тачку поднимал домкратом, они держат. За ним, соответственно, профтруба усиленная как спереди, так и сзади. Ну и, соответственно, защита, и вот так вот у нас вытаскивается трос, вообще великолепно. Кстати, надо будет его вытащить, просушить. Вот так выглядит у нас подкапотное пространство. Интеркулер сейчас стоит здесь, воздухозаборник от Паджерика. Изначально ставил конфиг интеркулер вот здесь, даже вот болты остались. Вот, но после попадания в грязь она моментально забивает всяким песком и всякой, не знаю, черноземом, а плюс радиатор забивается, тачка начинает кипеть, а помыть возможности нету. То есть, чтобы помыть радиатор, нужно снимать интеркулер. Ну, сами понимаете, это шляпа. Машина закипала там неоднократно. Ну, вот, по мотору изначально был, повторюсь, либо не повторюсь, собран 1.9, мне показалось его мало, мы в него дунули. 1.9, 8.4 поршня, то есть блок 213, он расточен на 8.4, хотя он уже был по последнему, это более чем последний капремонт. Турбина Subaru Legacy, 4 уже по счету стоит, от чего дохнуть не знаю, может быть, не везло с бушными турбинами, как сейчас покажет это, после утопления тоже никому не известно, никому не известно. Отличное решение, нулевик у нас сантехтрубу, полностью герметично, как показало последний заплыв у нас. Что у нас там еще? Ресивер у нас Stinger. Ну и в принципе так, генератор от джипа Grand Cherokee 180 ампер. Великолепно выдает зарядку. Включая все, что можно, все электропотребители. Ну, конечно, лебедка она больше жирает, но он даже не шелохнется нормально. Радиатор у нас тюнингованный AGS. Ну пускай AGS. AGS трехконтурный, справляется на ура, вообще великолепно. Коллектор кастомный, ребята все по месту варили, все именно под тачку делали. Ну, вот так вот. Вкратце вот так. Если кому-то интересно более подробно, как себя там показали полуося, блокировки, мотор, пишите в комментариях. Мы можем отдельно об этом рассказать, сделать тесты. Ну, все, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Thank you.